Ну вот, счастливое видео. Нашел я дорогу. Короче, блуданул немножко. Вот, пошел не в ту сторону, пошел вверх и налево. Солнце светит в спину, короче, пока не село, надо бежать. И, короче, пошел не в ту сторону, понял, что не туда иду. И набрел, короче, на балаган. Набрел на балаган, брошенный уже, наверное, несколько лет назад. Синий вон там, вот, может быть, видите. И я понял, что балаган где-то возле дороги. По-любому их кто-то сюда завозил, по-любому кто-то вывозил. Поэтому мозг аналитика, спокойствие, молитва, и все нормально. Вот нашел дорогу, поэтому по-любому сейчас вниз. По-любому вниз. Вот, солнце в спину. Так что все нормально. Ну все, Владимир Стороженко. Плюс 7-924-123-24-44. Из любой ситуации есть выход. Тем более 21 век. Но у меня все с собой. Вот, ну радоваться еще не стоит. Вот, по-любому сюда парни, может быть, даже и вручную они сюда заходили. Вот, ну по-любому. Что-то кто-то когда-то, сколько-то лет назад ездил. Поэтому... Дима! Оу! Оу! Без лукавства. Вот, колея идет. Самое главное, без гордыни и без лукавства. Вот колея. Ну, паданки, честно, здесь не то, что паданки, а вообще завязи мало. Мало завязи. Поэтому, соответственно, и паданки мало. Ну все, все реки текут вниз. Значит, по рекам мы идем вниз. Так что все, слава богу. Ну чуть-чуть это пошел не в ту сторону. По прямой, потому что не в сопке. А вот видите, так помечают дорожку в лесу вот голубенькими веревочками. Вот, ну все, 100% на правильном пути. Сейчас придем. Вообще на 100% не было ни перекуров, ни воду ни разу не пил. Вот. Шел и собирал. От кедра к кедру. Если бы были бы наверху кедрухи, кедр, шишки, то было бы у меня больше. Но его просто тупо нету на дереве. Поэтому его очень мало на земле. Ну вот свежие следы. Туда и обратно. Это Дмитрий шел. Ну все, я думаю, что меньше чем за 20 минут я уже буду на месте. Дай бог. Так что приглашаю в компанию Full Life Research. Почему Full Life Research? Потому что эти продукты БАДы для компетентного иммунитета помогли моей жене лично. Мне, собаке моей, внуку, дочке, друзьям, родителям. И самое главное, что у них имидж помогать в самой тяжелой ситуации. Потому что пока ситуация не тяжелая, люди жалеют денег. А когда уже ситуация тяжелая, может уже поздно, можно уже пройти в точку невозврата. Организму еще сложнее потом вылазить. Вот профессор Стоф, 20 лет, американский профессор Стоф, две буквы F на конце, проводил 20-летние исследования, брал самых тяжело больных пациентов с онкологией. Есть у меня книга на 52 странице. 52, 53, 54 страница. И там он провел исследование. Брал у самых тяжело больных людей по онкологии кровь 50 миллиграмм. И замерял количество натуральных киллеров. Как правило, это там было до 10 штучек.
их натуральных тигров. Это такие лейкоциты, клетки, одни из иммунных клеток, которые методом фагоцитоза. Вот, ребята, метки. Поэтому люди здесь были. Люди, ау. Помните, как Миронов заводился? Люди, ау. И потом по воде пошел. Вот. Ну, волнение маленькое только было, что парни будут ждать. И то волнение какое, что парни будут ждать, что заставлю людей напрягаться. Договорились в 6 часов выехать отсюда, чтобы по лесу проехать по светлу. Ну и по максимуму шишку собрать. Такая золотая середина. И здесь по максимуму выложиться, собрать шишку и выскочить по светлу из леса. Вот волнение. Как Кевин Костер. Спросили когда телохранителя, ты чего-нибудь боишься? Он говорит, боюсь не успеть. Так что все чего-то боятся. Ну, кто-то совладевает с этим, кто-то не совладевает. Поэтому компания Full Life Research, продукты с трансфер-фактором. Они мне реально помогли. Я имею моральное право про это говорить. У меня опыт 24 года в сетевом маркетинге. А денег я заработаю тогда, когда вы заработаете денег. А чтобы вы заработали денег, значит, вам нужно построить организацию. Вы про это еще пока ничего не знаете. А я в этом профессор. 24 года в сетевом маркетинге и 5-й год активный стол заказов. Все заказы в Уссурийске через меня. Сейчас вот еще ребята, правда, тоже подключились. Но это здорово, потому что продукты эксклюзивные, и надо все больше и больше людей, лидеров, которые могут заниматься логистикой и проводкой баллов. Потому что здесь двойной учет. И бальная система, учет продукции, и в эту сеть невозможно с подделкой влезть. И денежное наполнение продукта. Поэтому здесь вот предпринимателям самое-самое место. И самое главное, что в этой компании нет конкуренции. И вот тоже лагерь стоял. И получается, что мы хоть и вроде, казалось бы, параллельные люди, но мы друг друга уважаем, потому что все прошли через какую-то историю, через какую-то трагедию в семье или с близкими. Поэтому это бизнес с человеческим лицом. Я про компанию Full Life Research. Зайдите на сайт 4life.dv.ru, 4life.com. Вот, и тема такая. Я поднял тему такую, очень искреннюю, профессиональную, да? Как раз вот на эмоциях, когда чуть-чуть заблудился. И чуть-чуть мог опоздать к отъезду. Вот, ну, уже слава богу, все, нашлись мы. Поэтому вот уже дорожка все суше и суше. Уже здесь ездили автомобили все чаще и чаще. Так что все, слава богу, уже правильно идем. И разговариваем про ценности и про перспективы компании Full Life Research. И то, что здесь крупным бизнесменам даже очень даже вкусно. Здесь люди с высоким интеллектом, образованные в компании Full Life Research. С этими людьми приятно и отдыхать, и работать. Вот мы только что вернулись с Дальневосточного саммита. Ну как только что. Сегодня 7 октября 2020 года. Саммит был 11, 12, 13 сентября. А сегодня 7 октября. Ну, чуть меньше месяца. Вот. Поэтому люди еще больше сдружились. Были люди из Москвы, из Амурской области, из Хабаровского края, из Приморского края. Вот. Более 40 человек. Но были самые-самые активные, самые-самые душевные, преданные вот, партнеры. Кому это ценно разделить вот эти дни, провести вместе с коллегами. Ну а мой мотив был выразить высокую благодарность производителям, лидерам, что да, стучались до меня, донесли возможности компании Full Life Research. Поэтому это не фанатизм, это трезвый расчет